6 сентября на правом берегу Яузы произошел прорыв хозяйственно-бытовой канализации. Заявка об этом поступила в аварийно-диспетчерскую службу Мытищинского водоканала в 13 часов. После обследования места происшествия бригада приступила к устранению протечки. При этом работа канализации была переключена на другую ветку. В ходе разбирательств выявлено, что утечка на трубопроводе 800 мм. Потребовалось часа 3 для того, чтобы перекрыть данную сеть. В 18 часов утечка была ликвидирована, по крайней мере, поступление из места повреждения прекратилось. К земляным работам сотрудники водоканала смогли приступить только в 3 часа ночи. Именно тогда удалось выяснить причину прорыва. На трубе диаметром 800 мм было вырезано ранее, видимо, строителями при прокладке данного трубопровода было вырезано некое окно, срезан сегмент трубопровода. В ходе чистки котлована рядом с трубой оказался тот самый сегмент. В настоящее время котлован вычищен, сегмент, по крайней мере, наварен. Тем не менее, работа на месте прорыва продолжится. Теперь предприятие «Водоканал Мытищи» обязано привести в порядок пострадавшую территорию.